Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Слава нашему Господу, мы благодарим Его за то, что нам удалось сегодня собраться, что сегодня мы открываем такое вот новое для Светлого радио мероприятие. Это фестиваль «Мы твои», и в рамках этого фестиваля наш первый концерт. Концерт, посвященный памяти и песням, и творчеству нашего хорошего друга, потрясающего, легендарного музыканта Игоря Иванова. Итак, дорогие друзья, добрый день, мы рады вас приветствовать и думаем, что это будет очень интересное, богодухновенное время поклонения, прославления и тех любимых песен, любимых для многих людей из разных церквей, разных городов Украины, России, разных стран. И это песни Игоря Иванова. Я думаю, что сегодня будет прекрасный творческий вечер, этот фестиваль Светлого радио «Мы твои». Игорь внес большой вклад в то, что Светлое радио вот такое. Только Господь знает, почему и как его песни касаются сердец наших слушателей и сотрудников, и всей нашей команды. И вы знаете, в июне 2014 года мы отмечали 9-летие нашей радиостанции. Мы отмечали в таком тесном семейном кругу. Вы помните, что тогда мы еще не вещали в Харькове, но мы пригласили из Харькова Любу и Игоря Ивановых. Мы пригласили из Львова, а там мы уже 1.5-2 года были в эфире, мы пригласили Василия и Надежду Кондратюков. Из Киева были музыканты, были наши волонтеры, были наши друзья. И сейчас в зале здесь есть люди, благодаря которым существует радио, благодаря которым звучит огромное количество замечательных передач, которые наряду со своей основной работой занимаются тем, что служат на радио. И во время этого праздника мы поклонялись, пели Господу, славили Его, радовались. И совершенно неожиданно, через 2 месяца буквально, случилось ничем не объяснимое, но все в руках Божьих. Он пел песню такую, помните, «Папа дома». И сейчас он там, где папа всегда дома. Он в прославлении, он в поклонении. Я думаю, что он смотрит, если это возможно, на нас сейчас и радуется. И я думаю, Игорь бы хотел, чтобы сегодняшний праздник, сегодняшний фестиваль не был вот как бы посвящен ему, а был посвящен только нашему Господу, только Иисусу Христу, нашему Создателю, нашему Творцу, нашему Спасителю. Давайте постараемся так это сделать, чтобы каждый из вас в ваших аплодисментах мы знали, что это слава Богу. Слава нашему Господу. Сердце поет. На сцене Макс Соло. Встречайте. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Вот опять тобою изливаю все то, что есть сердце мое. Каждый стон, каждый звук мой, я знаю, Господь, ты слышишь мой зов, ты ответишь, не замедлишь. Ты верный Господь, ты надежда святых, ты коснулся и свободу принес тем, кто верит в тебя. В тебе нуждаюсь я. Душа и сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет. Как прекрасен ты, сердце
сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты, Иисус, как прекрасен ты. Опять, Иисус, пред Тобою, и сливаю все то, что есть в сердце моем. Каждый крик, каждый стон мой, я знаю, Господь, Ты слышишь мой зов, Ты ответишь, не замедлишь. Ты верный Господь, Ты надежда святых, Ты коснулся меня и свободу принес тем, кто верит в Тебя. В Тебе нуждаюсь я, душа и сердце поет, как я люблю Тебя. Сердце поет, как Ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты. Сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты. Как прекрасен ты, о, как прекрасен ты. Сердцем поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердцем поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты. Сердце поет, как я люблю тебя. Сердце поет, как ты нужен мне. Сердце поет, благодарно сердце поет, как прекрасен ты, Иисус, как прекрасен ты. Мой царь, мой Бог, как прекрасен ты. Как прекрасен ты. Как прекрасен ты. Слава Богу за такое творчество. Итак, дорогие друзья, мы напоминаем, что это фестиваль Светлого радио «Мы твои». И одновременно вечер памяти и творчества Игоря Иванова. Мы подобрали песни известные. Некоторые вообще практически у нас не звучали, но они сегодня будут для вас такими новыми. Но я думаю, что они вам очень понравятся. И более того, мы сделали это в виде все-таки концерта. Ведь совсем немного у такой христианской аудитории тут, в Киеве, в огромнейшем городе, в столице, есть концертов, на которые можно сходить, где можно послушать на сцене, увидеть профессиональных артистов и услышать такие прекрасные песни. Я думаю, что эта традиция
она будет и дальше у нас как-то продолжаться, и мы сможем сделать фестивали и в Харькове, и во Львове, там, где мы сейчас вещаем. И я хочу представить вам сейчас исполнительницу, которая стала известна благодаря многим-многим фестивалям. У нее, она очень одарена от Бога, у нее очень сильный голос, у нее открытое сердце. И это Ирина Цуканова. Ирина Цуканова исполнит песни «Бог мой жив» и песню «Таинство». Встречаем. Здравствуйте, мои любимые. Для меня огромная честь и удовольствие быть здесь и исполнять песни Игоря Иванова. Я буду сейчас петь о моем Боге, который буквально воскресил мою жизнь, мой голос, потому что полгода я находилась при смерти, под капельницей, я не могла дышать, и врачи пророчили мне, что я не буду даже жить. Но вы знаете, у Господа для каждого из нас совершенно другой план. Он назначает нам срок жизни, Он исцеляет, Он оживляет и делает чудеса. Я выжила, и это было чудом, и врачи говорили, ну, она выжила, но разговаривать точно не будет. Ищите ей специалиста и врача, который будет учить ее говорить. И уже через полгода после того, когда мне говорили, что я не смогу говорить, я запела. Это огромное чудо, и я дала Господу обет, что каждый день своей жизни я буду его славить. Поэтому Бог наш живой. Приди ко мне, любовь моя, в кромешной мгле я жду тебя. В потоке вод, в реке страстей меня влечет, а я к тебе. Средь бур штормов, хвалы людей, я вновь и вновь пою тебе, Бог мой живой. Мир и покой, дыхание тепло.
истинной живой Бог мой живой, мир и покой, дыхание теплом приди ко мне, Бог мой, любой мне земной Бог мой живой, мир и покой. Спасибо большое. Слава Господу. И следующая песня прозвучит для вас. «Таинство». Печати неба, золото листвы, там, где я не был, влекут твои следы. В дыхание ветра, в солнечных лучах и в шуме волн разбитых о причал. Просто видится, просто слышится, жизнь
чувствую и смотрю, а в груди моей тайца люблю. Вы знаете, иногда говорят такое выражение «таланты и поклонники». И только в Царстве Божьем и таланты, и поклонники – это одни люди. Слава Господу! Слава Богу за Ирину, слава Богу за Игоря, за эти песни. И вы знаете, когда мы начали подготовку к этому концерту, появлялось какое-то количество людей, которые хотели участвовать, кто-то не мог, отказывались. И в основном мы как бы общались с киевлянами. Но есть один человек, который сегодня здесь, который с нами, и который хорошо, близко знал Игоря. Он жил в Москве, познакомился с Игорем в Москве. Мы даже когда общались перед концертом, ну как ты познакомился, когда это? Мы вспомнили еще одного замечательного человека, который, если бы был в Киеве, был бы с нами. Это Костя Косячков. Все знают, да? Костя Косячков имеет удивительную особенность. Мы его назвали «Человек-мост». Он очень многих людей познакомил. В свое время он меня познакомил с Виктором Константиновичем Радиным, основателем «Светлого радио Эммануил». Вот так случилось. И сейчас я передам микрофон Денису Антонову. Мы его переманиваем в Украину, в Киев. Это человек, за которого молился Игорь, и это изменило его жизнь. Когда я встретил Игоря, познакомился с ним, с его семьей, у меня была очень такая тяжелая, сложная жизнь, разрушенный внутренний мир. И, собственно, ну, мало кто мог меня вместить и понять вообще, ну, в принципе. Потому что, ну, я был из такой прослойки людей, которые там, ну, всякие неформалы там. И Игорь — это такой человек, который, у него был дар вмещать. Ну, он и есть, вмещать людей. То есть вот его песни — это... Я считаю, что это вообще 10% его жизни. Основная часть его жизни — это была, ну, доносить людям вот эту Божью настоящую любовь и отцовство Бога. Вот у православных есть такая очень хорошая традиция почитать, ну, как бы, наследие, то есть принимать наследие от отцов. Вот. И я считаю, что то, что мы сейчас делаем, мы почитаем, ну, то наследие, которое нам оставил наш брат во Христе, наш друг. Тесны врата и узок путь, и в этом истинная жизнь. Тесны врата и узок путь, ведущие меня к тебе. Многие находят суть, что ты во мне, а я в тебе. Да потому что только ты — любовь и жизнь. Ты мой свет, и мое сердце знает добрый голос царя. Всех царей путь во тьме. Обличия овцы и мысли правды в духе злом.
они не кротки, не добры, они без спроса рвутся в дом. Мы по плодам их узнаем и не идем за злым царем. Да потому что только ты, любовь и жизнь, ты мой свет. И мое сердце знает добрый голос царя всех царей. Светлое радио «Эммануил» в формате «Божьей любви». В Киеве, Львове, Харькове, Сумах слушайте круглосуточно через FM-приемники. В европейских странах через спутник Астра-4 и мобильное приложение. Слушай, пока есть время. Приложение «Светлого радио «Эммануил» теперь доступно для смартфонов и планшетов. Загружайте приложение, и «Светлое радио» будет всегда рядом.